представительства официального, куда можно обратиться, агентство Deutsche Welle в России нет, поэтому мы пришли к посольству Германии и надеемся услышать это агентство, которое на сегодня оскорбляет наших героев, примеров для подражания людей, которые, несмотря на трудные жизненные ситуации, добиваются успеха и своей жизнерадостностью показывают, как сегодня нужно относиться ко всему, какими нужно быть счастливыми, нужно стремиться добиваться успеха. Мы готовы, конечно, продолжать наши акции и требуем извинений, потому что сегодня мы видим, что политика, несомненно, проникла в спорт, но когда политика и через вот такие карманные издания оскорбляет паралимпийцев, приступает уже просто к оскорблению, мы не допустим этого, мы будем требовать, конечно же, извинения и удаления данной карикатуры.